Вовле, дорогие гости, силь вовле, живо при, а век плезир, господи, простите.
Ален нови ностра алис, что означает, если один человек построил, другой завсегда разобрать может. Повторяю, если машины нет, значит поехали на задание или за водкой. Водки у нас много, поэтому поехали на задание. Угу. Ты был один в форме, формы сейчас у тебя нет. Значит, ты поехал на задание, но не за водкой, потому что водки у нас много. Армия не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Так мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия. Может, бахнем? Обязательно бахнем. Мы бояре, народ работящий. Такая уж наша боярская доля. От души. Замечательно. Достойно восхищения.
до Урала, ты со мной шагала партизанскою тропой. И врагов бывало, падало немало, там, где пробирались мы с тобой. Эх, бей, винтовка, бедколовка, без пощады по врагу. Я тебе, моя винтовка, острой саблей помогу. Ты и нынче та же, день и ночь на страже, при фронтовой полосе. След мы видим вражий, шорох ловит каждый, знаем мы врага у лодки все. Пьете, да? И пьете, и пьете, и пьете, и пьете. Все пробили. Думаете, что? Кончилась Россия, да? Во! Во! Вот тебе! Это вам не это. Глянь, что делается. Повторим? Говно вопрос. Обо мне узнают, обо мне заговорят. Эти сказочки, ох, вот эти сказочники.